Друзья мои, всем доброе утро! Привет всем моим девчонкам! Сегодня у нас 16 июня, и я немножечко сейчас расскажу вам о своих планах. Я поставила, у меня закипает водичка, сделаю себе кофе, попью, вот, потом хочу полить цветочки. Буду поливать, девочки, ее добромной водичкой. Когда мы были на озере, не в этот раз, да, что вот со сватами мы ездили, а предыдущий, наверное, может, неделю назад. И местные жители там сказали, что этой водой очень хорошо поливать цветы. А у меня немножко пожелтели цветочки, да, в комнате. Мое женское счастье начало желтеть. Вот. Ну и сказали, нужно ею полить, и они пойдут расти, вроде бы позеленеют, все. Ну, я в прошлый раз уже поливала, там нужно развести ее на литр воды, 100 грамм, простой воды на литр, да, 100 грамм, вот это ее добромная, поскольку она очень соленая, вот, ну, там очень много минералов в ней еще, поэтому полить цветы, и они как бы начнут реанимироваться. Ну, я уже два раза поливала, и листочки мои действительно зазеленели, прям уже заметно позеленели, она у меня отошли все цветочки, все как бы ожили, вот. Ну и вчера у нас был дождь, вот, у меня вчера доча была случай, шел дождь, и она мне собрала дождевой воды, и вот я сейчас хочу в эту дождевую воду еще налить, это ее добромное, и полить цветочки. Она у меня как раз отстоялась. Сначала, когда мы ее набрали, она была кристально белая, прозрачная прям такая, да. Потом на следующий день она позеленела, потом побурела. В общем, наверное, вот такое у нее взаимодействие, наверное, с кислородом, потому что озеро тоже зеленое стоит. А хотя бежит из скважины, вода прозрачная. Вот. И сейчас у нее осадок. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, она не совсем белая, прозрачная, и вот такой вот выбросила осадок. Ну, я думаю, даже хорошо, что она осела, без всякой мути полью цветочки. Вот, а потом побегу на почту. Вчера мне Ксюша прислала сообщение: Лена, тебя ждет посылка, дуй на почту. Но вчера я не пошла, вот, опять-таки повторюсь, у меня дети были, да. А сегодня, вот с утра, думаю, сейчас я справлюсь с делами немножечко. Уже поприбиралась дома чуть-чуть. Вот. Полью цветочки, попью кофеек и побегу. Пока еще не жарко, потому что у нас сейчас очень жаркие дни. Хотя вчера и позавчера шел дождь, но, тем не менее, все равно душно и жарко. Думаю, я сбегаю с утра. Ну и потом вам обязательно покажу, что же мне прислала Ксюша. Ну все, девчонки, пока. До следующего включения. Девочки, прохожу мимо. Иду на почту. Вот такая вишня у нас уже созревает. Смотрите, какая красота. Дорясная такая. Классно. Сейчас попробую, наверное. Еще кислая. Ой. Ну, уже мягкая такая. Кислая. Так. Ну, пошла я дальше. Иду. Смотрите, какие цветочки вижу. Называются «Доброе утро». Это я помню, в детстве у нас такие были у бабушки. Такие классненькие, они расцветают только утром, потом закрываются. Так. Вот какая красота уже расцвела. Ой, как ее называют? Забыла. Забыла, как эту штучку зовут. А здесь тоже вишня. Такая рясная-рясная. Вся прям облепленная вишенка. Так, дальше иду. А вот какой интересный цветок, куст. Я даже так не знаю. Если знаете, девчонки, напишите, как этот цветок называется. Прикольный. Первый раз вижу такой. И все, вишня, вишня, вишня. Везде вишня. Ой, вообще облепленные. Смотрите, что творится. Ой, красота какая.
А, вот еще, гляньте, сколько ее много. Девочки, вспомнила, юка это называется. Вот, забыла, как называется этот цветок. Какая красота. Такие прям граммофоны. Вот иду, иду и любуюсь цветочками. Пока дойду, налюбуюсь, нанюхаюсь. Смотрите, всякие-всякие разные. И розочки. Вот какие-то мятные цветы. Его интересные такие. Смотрите, они такие лохматые листики. Интересно, что за цветочек. Иду пешком и любуюсь. Столько красоты вокруг. Когда на машине едешь, привыкли же на машинах всегда, да? Даже в магазин рядом, в соседний. Вот, а сейчас Юра на работе, я иду пешочком. Столько красоты вокруг. Все цветет. Все красиво. Храм наш. Ой. Что-то какие-то цветочки. Все, пришла я на почту. Сейчас получу посылочку. Получила посылочку. Теперь иду домой. Зашла еще на местный рыночек, на маленький. Бабульки молочкой торгуют. И так захотелось мне творожка. Купила себе еще домашнего творожку. Сейчас приду домой со сметанкой. Покушаю. Я очень редко беру творог. А здесь иду, ну прям что-то так захотелось. Он такой красивый, такой пушистый. Вот. Желтенький. Думаю, возьму себе. Положила посылочку в рюкзак. Свой дежурный. Я с ним везде хожу. Так удобно. Вот. Иду домой. Здесь, в принципе, у нас не очень далеко. Ну, минут, наверное, 15 ходьбы. Думала такси вызвать, но решила идти пешком. Красота вокруг. Небо такое. Вам покажу вам сейчас. Тучки заходят, что-то. Возможно, опять будет дождь сегодня. Какое-то дерево папоротниковое. О, интересное. Сейчас покажу поближе листочки. Вот, смотрите. Типа папоротника, но дерево. Класс. А справа у нас парк. Такая роща с детской площадкой, куда мы ходим гулять с внучечкой. И с внучком, когда приезжает. Ой, ивушка красавица. Становится душновато. Наверное, дождь пойдет. Но солнце такое яркое. И тучи везде. Точно сейчас, наверное, нагонит. Потому что ветер сейчас точно нагонит нам дождя снова. Третий день. Ну ничего, дождик тоже нужен. Как говорят, у природы нет плохой погоды. Так что все хорошо. Вот шелковица уже созрела. Смотрите, какая. Ой, как же показать ее. Вот она. Черная уже. Сладкая-сладкая. Ну, что-то ее не очень густо в этом году. Но все равно есть. Вот. Такое деревце маленькое. А здесь всеми любимая трава, которая на дачах растет. Березка называют ее у нас. Ой, как красно цветет, красиво. Вредная, конечно, заплетает все, но красивая. Вот какие красивые. Еще цветочки.
Так, я уже дома. Так, вот он, творожок. Смотрите, какой классный, желтенький. Сейчас буду завтракать, потому что кофе попила и помчалась. Еще не завтракала. Вот сейчас творожком буду завтракать. А потом вместе с вами будем распаковывать посылочку. Ксюха, спасибо тебе огромное за посылочку. Смотри, какая. Такая мягкая-мягкая. Догадались? Как вы думаете, что здесь может быть? Вязалочка, вязалочки, что может прислать? А? Догадались? И я догадываюсь. Ну ладно, сейчас позавтракаю и будем распаковывать. Вот положила себе творожочек в чашечку такую. Сметанки насыпала. Вот такая у нас сметана. Наша местная коровка из Кореновки. Очень вкусная. Не стала покупать домашнюю, потому что это 25%. Очень вкусная сметана. Не кислая, вообще классная. Вот, сейчас я насыплю еще сахарок чуть-чуть. Вот так. Наверное, много не буду. Пару ложечек чайных хватит. Сейчас перемешаю. Так, добавлю сюда еще, наверное, девчонки, немножечко изюма себе. Вот так. Ну, сейчас совсем чуть-чуть. Люблю с изюмчиком. Вот. Я буду завтракать. Ну что, всем, кто завтракает, приятного аппетита. Вот, а потом пойдем распаковывать посылочку. Так, все, уселась. Ну что, девчонки, начнем распаковочку нашу. Так, сейчас я, наверное, одену очки. Так, где их дело? Секундочку. Потому что без очечка вообще ничего не вижу. Вот так. Так. Сейчас я вскрою пакетик. Так, вскрыла. Вытаскиваем. Ой, девчонки, что здесь? Сейчас буду вам показывать. Так, а здесь упаковка пряжи вот такой. Alize Cotton Gold. Здесь Cotton Club написано. Так, 330 метров в 100 граммах. Вот такой полухлопок. Мне кто-то раскрывать? Ладно, распакую сейчас все-таки. А, здесь все равно нужно раскрывать. Здесь, как всегда, открыточка вязальная такая на вязальную тему. Вот. И, конечно же, конфетки «Хомяк доволен». Ксюша заказывала через сайт. Сразу, наверное. Ну да, Ярославская. А, город Ярославль, да. И вкладывает всегда там «Хомяк доволен», всегда вкладывает конфеточки. Так, ну и достаю моточек пряжи. Вот такой цвет классный. Ну, Cotton Gold вы все знаете. Как я уже сказала, в 100 граммах 330 метров. И здесь 55% хлопка и 45% акрил, полухлопок. Такой класснючий цвет, летний. Такой даже не салатовый, он передается правильно на камеру. Классный такой летний цвет. Лаймовый, да? Больше такой лаймовый. Обалденный. Спасибо, Ксюша. Классненькая пряжица, классный цвет. А здесь, девочки, а здесь, вот. Сейчас я вам покажу. А я думаю, что же она у меня спрашивала? Ты вязала с белорусской пряжей? Я говорю, нет, еще не вязала с лонимской. Вот она что спрашивала. Она мне прислала с лонимской пряжи, девочки. Ой, смотрите, какая прелесть. Мятный цвет такой. Так, 30% мериносовой шерсти и 70% пан. В 100 граммах 400 метров. Она здесь уже смотана, сейчас скажу сколько, 1, 2, 3, 4 ниточки. Видите, вот покажу вам вот так. В 4 ниточки тоненьких она скручена.
Ой, блин, какая же она классная, какая она мягкая, какая она шелковистая. 200 грамм вот такой пряжи. Ой, прелесть. Конечно же, наверное, пойдет внучечке на джемперочек. Какой-нибудь такой тоненький джемперочек, да, на осень? Прелесть. Цвет такой обалденный. Ксюха, спасибо тебе. Теперь я попробую слонимскую пряжу. Ой, так, слонимская зимняя белорусская пряжа, гребеная для ручного вязания. Вот так вот здесь написано. Производитель пряжи ОАО «Слонимская КПФ», Республика Беларусь, город Слоним. Все вам прям прочитала. Так, 776 цвет, кому интересно это. Ну, девчонки, цвет обалденный, просто обалденный, нежный такой. Ой, и сама она нежная, мягкая. Класс, Ксюха, классно! Попробую теперь, никогда не вязала, ни разу. Так, все. И вот еще вот такой большой пухляж моток. Так, 25% мериносовая шерсть и 75% акрил супер софт. Так, это Троицкая фабрика Лана Грасса. Вот такая. И здесь у нас, значит, что у нас здесь по метражу? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. 100 грамм здесь? Ничего себе, моточище какой. 610 метров, девочки. В 100 граммах 610 метров. Ничего себе, это у меня хватит на джемперок для моего внучка. Для внука. Я им свяжу зелененькие кофточки, да? Это для внучечки, это для внучка. Я думаю, что 610 грамм здесь вполне хватит. Но если уж не хватит, то у меня есть наподобие цвет Ализела на Голд 800. Я вязала ему. Маленький он был. Наверное, года два назад, да? Вязала кардиганчик. И у меня есть наподобие цвет. Если что, я потом где-нибудь, ну, разбавлю, да? Вяжу что-нибудь. Ну, девчонки, пряжа вообще мягкая, классная. Как раз для деточек вязать. Так, Ксюшечка, родная моя. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, моя золотая. За такие подарки ты мне прям задарила. В Анапе подарками, здесь подарками. Прям, я не знаю, у меня эмоции захлестывают. Ну, теперь жди от меня ответного подарочка. Скоро-скоро отправлю и тебе. Так что жди. Вот. Ну все, друзья мои. Сейчас я займусь вязанием. Разложу пряжу. Уже не знаю, куда мне ее ложить. У меня уже шкафы заняты. Комодик, может быть. Здесь полочка тоже почти занятая. Ой, даже не знаю, куда. Но сейчас я придумаю, куда положу. И буду продолжать футболочку, маечку дочину. Да, никак ее никак не довяжу. Сейчас я вам покажу. Я уже длину отвязала. Сейчас уже перешла на рукава. Сейчас покажу. Вот такая. Получилось. Так, помялась, только лежала. Это я вчера. Девчонки мои уехали. Уехали, и я закончила вязать тело и набрала на рукавчики. Ну, рукавчики здесь совсем чуть-чуть, потом кончики здесь спрятать только вот здесь, по горловинке, ну и в рукавчиках, да. Кончиков особо мне нет. Вот такая классная получилась, но она так тянется. Дын-дын-дын, такая вот кофтечка. Девчонки, она мне даже больше нравится, чем моя. Так хорошо лег узор вообще таким небесным, таким разводом, да? Или морским. В общем, классно, мне очень нравится. Сейчас я для сравнения покажу вам свою. Вот, смотрите. Вот она моя, у меня наоборот. Вверх такими разводами лег, да, а низ мелкой полосочкой. А в этой кофточке все наоборот. Ой. Вверх лег полосочками, да, вверху тут чуть-чуть. А низ вот так. Вот. Видите, две совершенно разные вещи, хотя одинаковые
футболки один в одинаковой, в одной технике связаны, все одно и то же, все, просто немножечко другой размер. Одна пряжа, и вот так получается совершенно две разные, да? Видите? Дали? О, класс! Так что мы не будем с дочерью одинаковые, я думала, так вырядимся мы в одинаковые. Все-таки мы будем разные. Вот. Ну, сегодня, я думаю, уже закончу рукавчики эти. Ну что, Ксюшечка моя родная, еще раз тебе огромное спасибо. Ой, я прям не могу. Прям буду я еще сегодня ими любоваться. Здоровья тебе, моя дорогая, крепкого. Счастья, благополучия семье твоей. Деткам, внучаткам моим золотым любимым. Мои персики, привет-привет вам, солнышки мои. Я вас очень люблю, целую. Прям, я даже уже и скучаю. Они уже как и мои внучатки. Так радушно встретили, так они радовались моему приезду. Так они не хотели, чтобы я уезжала. Плакали. Костик даже расплакался, да, обнял меня, не захотел, чтобы тетя Лена уезжала. Ну, я думаю, мы еще когда-нибудь встретимся обязательно. Жизнь у нас еще впереди большая-большая. И я думаю, что мы обязательно еще раз встретимся. Ну все, мои любимые, мои дорогие друзья и гости канала, я на сегодня с вами буду прощаться. Пока-пока и до новых встреч. Пошла вязать.